Всем привет, вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Knight Finance. Итак, Knight Finance пытается раскрыть полный потенциал DeFi компании. Использование синтетических материалов с перекрестными цепями и мостовидных протезов. Уже совсем скоро будет подробная информация. Раскрытие полного потенциала DeFi с помощью кросс-чейновой синтетики и мостов. Knight Finance – это уникальный децентрализованный протокол, который объединяет синтетические материалы в нескольких цепочках, мостах и на реальных мировых рынках с доходностью, кредитованием, торговлей и маржинальными услугами через смарт-контракты. Это также дает возможность агрегирования ликвидности между цепочками в полностью прозрачной и подающейся проверке 100% инициативы сообщества. Также это компания следующего поколения DeFi. Knight Finance – это следующее поколение протокола DeFi, целью которого является объединение нескольких цепочек, отличных от Ethereum с ERC-20 на первом этапе. Любой цифровой блокируемый актив может использоваться с помощью Knight Finance путем создания эквивалентных синтетических токенов в соотношении 1 к 1, следовательно, разблокировка миллиардов долларов и доступа к торговле, который может быть защищен от цензуры. Почему именно Knight Finance? Потому что они предоставляют кредитование, заимствование, маржа и доходность нескольких цепочек и нескольких активов, увеличивающаяся их ценность. Многие активы, не относящиеся к токенам стандартного ERC-20, не попали, так сказать, в автобус, чтобы торговать в цепочке эфира и начальный рост DeFi. Теперь, используя синтетические материалы, компания гарантирует, что ими можно будет торговать, брать взаймы и, следовательно, торговать с маржей. Это дает возможность для генерации доходности, что было невозможным раньше в DeFi мире, что увеличивает стоимость активов в несколько раз. Довольно интересная такая идея. Можно будет понаблюдать за развитием, как что пойдет. Ну а пока что на этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.